чем это так вкусно пахнет? Деликатесами из разных регионов нашей страны и не только. Продукты здесь сплошь свежие, натуральные, фермерские, а рецепты старинные. И главное, можно все попробовать. Мы привезли к вам в Тюмень широкий выбор натуральных домашних продуктов, самых разных. Это и сыры, и мясо, широкий выбор специй, чаев, мед, ну и, конечно, наша аджика. Приходите, выбирайте, я уверен, вам все понравится. Ну и, конечно, дегустация не ограничена. Из Абхазии нам привезли приправы и пряности к любым блюдам, а также знаменитую аджику из орехов и всевозможные соусы. Мясные продукты возбуждают аппетит одним своим видом. Для настоящих гурманов разные колбасы, бастурма, хамон, оленина, косуля в вине и конина в гранате. Мы привезли широкий ассортимент именно сыровяленой продукции, что отличается от другого мяса тем, что оно не поддается термообработке, и все полезные свойства в мясе остаются. Пробуем сыры из Адыгеи и Кубани. Все приготовлено из цельного молока. А с Камчатки к нам приплыли морские дары – красная и белая рыба, икра лососевых. И они первый раз на этой выставке. Обожаю сыр. Всегда пробую, покупаю новинки какие-то и обязательно специи покупаю. Какая трапеза без десерта? Пробуем красивые и вкусные восточные сладости, варенье, сухофрукты и мед, а к ним ароматный чай. Бонус к вкусным продуктам – общение с радушными продавцами, советы от них и веселые истории. Выставка будет работать до 3 февраля, каждый день с 10 утра до 7 вечера.